Всем привет! Давайте признаем, что война между Россией и Украиной похожа на плохое расставание. Россия просто не может принять, что Украина хочет видеть другие страны и быть самостоятельной. Путин это как бывший, который не может отпустить и продолжает создавать драму. Он думает, что он самый могущественный человек в мире. Но давайте будем честными. Чувак, позволь Украине жить своей лучшей жизнью без тебя. Нам не нужен еще один диктатор, который пытается контролировать все. Давайте все аплодировать миру и здравому смыслу. И сказать Путину, успокойся и не нервничай. Слава Украине!